Это новый Куник Лайф 2.5. Это пятый выпуск второго сезона Куник Лайф. И это не просто выпуск, это не просто ходьба, какая-то что-то суета по району, по городу, по стране. Это реальный полет в другую страну. Это вам не шутки, это не Ryanair, это Norwegian Air. Йоу, реклама. Такая ссылка пробежит. Так вот. Как я сказал, Норвегия, надо? Значит, мы летим в Норвегию. Да, мы летим в Норвегию, летим в Осло. И что, смотрите, дальше не буду говорить, зачем, почем и куда мы летим в Осло. Мы летим в Осло. Все, смотрим, будет интересно. Сделано. Мы находимся в аэропорту Риги. Уже сдали багаж, у Саши, как всегда, перевес. О, опять звонят, Саш. Привет Сашиным родителям, родственникам. Вы сейчас звоните. Смотрите, это вы. А, алло. Это Наташа. Мы уже сидим возле своего входа на самолет. Но самолет задерживается на 2 часа, а то и больше. Сказали вроде в 4, замри. Я разговариваю с камерой, ты мне говоришь замри. Вот, и мы сидим, ждем здесь. Саша занимается непонятно с чем. Я это выставлю. Пусть все знают, как я тебя сильно люблю. Вот, в общем, короче, будем гулять по вечернему Осло. Летим, и вы летите вместе с нами, как я и говорил на нашей странице в Фейсбуке, мы создали. Заходите, там подписывайтесь, ставьте нравится. В общем, летим вместе с нами. В общем, мы уже в Осло, приехали в город. Сейчас мы идем ищем супермаркет, хотя в старом городе, мы сейчас видим в центре, в старом городе, в Моносло, какой это может быть. В общем, я не знаю, здесь будет ли супермаркет, хоть какой-то магазинчик, надо купить что-то похавать, чтобы в гостинице мы повалялись перед завтрашним днем, посмотрели фильм, поцеловались там и, в общем, покушали. Потому что Саша очень голодный, но в Лепе в Латвии не покушал. О, прекрати. О боже, мама, мама, схожу с ума. Вот смотри. Так что Осло мы, блин, днем ничего не увидим. Да не будет видно. Сейчас глянете. Не знаю, будет ли видно. Достопримечательность. Вы помните, да, то, что 90% достопримечательностей вообще мира это церкви. Ну, именно достопримечательности как строение. Не народная живопись. Что, блядь, народная живопись? Да, у меня спазмишь. Ладно, пойдем. Можно кого-то спросить, может, типа, hey, something to eat? Нет, супермака? Супермака. Блин, гостиница какая-то. Самообслуживание. Вообще-то гостиница, ну, такое ощущение, как будто ты в хостеле. Через ком там делаешь, либо это уже все продвинуто. Не ресепшн, ничего. Очень такое. Ну, короче, я буду заходить, я буду все снимать. Чтобы вы поняли. Да, мы тоже заходили. Чтобы вы поняли, что почем. Ничего нету, чтобы поесть, что-то нормально. Только, блин, как вот лев. Кстати, я тоже лев. Видите? Видите? Чувак, где? Похавать.
В смысле, магазин. Блядь, на меня дыхнули какой-то хернёй, блядь. Вот мы уже идем обратно. Я купил, нашли все же супермаркет, как и каким-то очень тупым раком, не знаю, как-то нашли. Вот опять эта церковь, мы идем обратно. Сейчас мы решили, что покушаем Subway. Мне это даже понравилось, и нормально. И деньги очень странно как-то идут. Ты, блядь, сотню заплатил за пачку конфет. Но я купил там йогурт и снексы. Себе лаймовый напиток купил. Маффин. Ну и что-то так. Не знаю, какой-то такой скудный супермаркет, конечно, был. Сейчас Subway и гостиница. И все. Вот так вот выглядит наша гостиница с улицы. Вот так вот. Вы понимаете? Просто какая-то стройка. Ну и пойдем. Саша будет все делать, я буду ее снимать. Не знаю, пробуй. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот этот коридор. Лифте. И, кстати, мы взяли Subway, big one, for two people. И как, так примерно такой же самый, как и брали мы в Литве, в Эстонии, не помню. Не в Литве? В Эстонии. В Эстонии. Да. И, в общем, только я добавил туда... Смотри, нажимай, нажимай, давай. Смотри, нажимает, нажимает. Прикиньте, лифт есть. Кыш! Ну вот, и с перцем. Я люблю перец, я люблю острый перец. Вау, вот такая вот карта, ей все делаешь, кстати. Мы когда зашли, тоже так чуть-чуть ей, потом тут чуть-чуть ей. Швешки, пристаешь. Верно, это у нас 430 почти. Так вот, так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Так вот, вот она, смотрите, так чик. И тут... Мы очень долго искали, как включается свет. Я уже думал фазу звать, но, в общем, вставляешь карту и включается свет. Потом вытаскиваешь карту, свет выключается. Экономно, прикольно. В общем, номер не так, как я смотрел на букинге, на фотке. Вот, короче, вот так вот, да, коридор еще раз показываю. И вот ты заходишь, и так вот. Какой-то очень изи, не, ну, уютный, прикольный, модерн. Чисто кроватка, лампик. Вот дверь. Саша, закрой. Сейчас я положу... Еду. Блин, знаете что, ребята? Я забыл поставить разрешение другое. Вот я уже помылся. Уже все. Покушали. Сабвей. Вкусно, 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 вкусно. И сейчас нам надо сделать пару дел. Залить фотки и видео на компьютер. Чтобы на завтра было попустее. Потому что завтра тоже длинный день. Завтра обязательно смотрите. Завтра опять вставаю где-то в 6 утра. Так что ждите завтра. Ждите завтра. Завтра будет круто. Пока. Доброе утро. 3 число. На часах 6:30. В общем, плюс-минус. Уже без 20 даже. У нас самолет 10 утра. Но пока мы доберемся. Пока то все. По-моему, вчера рассказывал. Короче, надо пораньше. Поспали хорошо, место удобное, супер. И вот уже собрались на Северный полюс. Видите, какая у меня шапка. Я вчера забыл показать вид из окна, короче. Пусть как будто непонятно живешь в центре. И все, там стройка. Ну ничего, нам. Нам роскошь не нужна была, нам чисто поспать бы. Чтобы не в аэропорту сидеть 20 часов. Ну и вот. Саша готова. Я готов. Погнали. Смотрим. Погнали. Move your body, move your body, everybody, come on now, everybody. Yeah.
друзья. В общем, мы приехали в Исландию. В городе Рейкьявике будем жить. Именно что жить. Мы приехали не путешествовать, а на долгий срок. Ну, хотим на долгий срок. Будем здесь работать, жить и наслаждаться этой страной. Пока я не буду рассказывать про Исландию. Если очень интересно, сейчас же поставьте на паузу и загуглите, что это вообще и почем, что тут есть очень красиво. Я буду снимать видео и показывать все, что, где мы будем ходить. Мы будем много путешествовать. Вот. Вот мы приехали уже на свое место проживания в город Рейкьявик. Страна Исландия. Нас встретил наш квартиросъемщик, парень, примерно 20 лет, ну такой, знаешь, обычный холостой парень, который в холодильнике вискарь кола only. Ну, в общем, сейчас я сделаю чуть-чуть, покажу квартиру, и потому что мы хотим пойти в магазин, надо купить что-то поесть, и там туалетную бумагу, какать хочу, и вот, сейчас по фасту, потому что скоро темнеет уже. Ну вот, это наша комната, как вы уже видите, белые стены. Вот кровать, мой стол для работы. Окно надо шторы купить какие-нибудь. Ну и вот, это такая маленькая комната. Вот это Саша одевается. Там туалет, ванна. Ну, обычно такая. Это чувак только летом купил эти, типа, второй этаж, это двухэтажный дом. Он летом купил. И вот потихоньку обустраивает еще так. Ну вот тут, видимо, он уже так обустроил этот проектор, как я думал. Хотел раньше себе. Джойстики, видимо, и какие-то игры. Ну так вот, так вот, так вот, так вот, так вот. Там у него компьютер. Ну тут мы тусить особо не будем, так как когда он уедет. Там его комната. Ну и кухня здесь. Бардак. Ну нормально. Чё мы? Разберемся. Нормально. Главное, что супер. Первое время. Не знаю, сейчас. Ну, сейчас пойдем в магазин, поснимаю, так что завтра, может, на прогулку еще пойдем. Сначала первое время особо путешествий никаких не будет. Надо найти работу, обустроиться так. Какую неделю, я думаю, точно. А потом уже можно что-то делать на концерт и... Доброе утро. Сегодня 4 ноября. Мы находимся в Исландии, в городе Рейкьявик. Улица Стронгхендрон. Ну как эта улица называется? Скипасу. Это какой-то кипасол, это испанский. Ну вот, и мы вышли вот на улицу, одели. Все люди ходят в рубашечках тут местные, походу закаленные викинги. Мы оделись как северные люди, в общем. И идем сейчас в центр. Первый опыт. Опа, смотри, впереди сразу какая. Ребята, сейчас мы подойдем туда поближе просто. Причем это не просто гора-гора, которая в небо уходит. Да? Не, она как бы из-за, видите, пасмурно, из-за туч. Я не буду сейчас показывать, подойдем поближе, чтобы было лучше. У меня нет слов. Я думал, я раньше, я смогу такое увидеть только по телевизору. Сейчас пойду залезу и спрыгну. Ладно. Ну вот, и мы идем сейчас в центр города, 3,5 километра. Могли бы поехать на автике. Ну, мы же надо гулять, надо много снимать и смотреть все вокруг. Поэтому пойдем пешком в центр. Будем ходить, надо найти какую-то подработку, работку, чтобы была денежка, чтобы можно было ехать дальше на всякие вулканы и так далее. В общем, а тут так вот просто такие... Ну, как везде, везде в Европе одинаково, так в городах. Только природа спасает. Тут ничего особенного, хоп-хоп-хоп. Тепло, спали, уютно. Сейчас мы покажем хотя бы отсюда, вон, смотрите. Видели? Там горы. Вот так вот. Сейчас я еще с фотика попробую заснять. Ну вот, здесь у тебя 40 минут ходьбы. Не 40. 40.
Мы дошли до центра. Ну как до центра? Где находится эта церковь, это считается самый центр. Тут прикольно разрисовано такое здание. Я не знаю, что это, но вроде внутри пустое, но оно классно разрисовано. Типа, что-то. Вот. И сейчас мы идем. Саша идет искать работу, а я иду путешествовать. Жарко. Люди все одеты так легко. Ну хотя да, мы тоже. То, что мы так много ходим, нам становится жарко. Самолет, кукурузник. Ладно. Ребята, запалите прикол. Сейчас через 3, 2, 1. Какая-то жопа. Гляньте. Смотрите. Песня. Все, серьезно? А викинг такой ёвый викинг. Это новый куник Live 2005. Даже расскажу что-нибудь нашим зрителям. Расскажи что-нибудь про Норвегию. Как тебе понравилось в Норвегии? Норвегия нормально, но мне я предпочитаю Исландию. У меня же мокрые волосы. Куник Лайв 2.5. Кома. Латышская кома. Я в коме.